Всем привет! Это «Стендап Уголок». Три новости за прошедшую неделю. Англичанин сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки. Именно такие люди говорят: я не проиграл 157 раз, я нашел 157 способов, которые не работают. Мне кажется, если ты сдавал на права 158 раз, лучше об этом не говорить пассажирам. Я, кстати, недавно права получил. 158 раз сдавал. Ну что, вы где? За все пересдачи он потратил 300 тысяч рублей. Не удивлюсь, чтобы сдать на права, ему пришлось машину продать. Надо было не сдавать на права, а сдать 300 тысяч. Англичане наивные, думают, 150 раз экзамен сдали, им права дадут. Я раз 150 на шторы сдавал, и так их не увидел. Интересно, а инструктор была женщина? Представьте, она 158 раз одному и тому же мужику отказала. В какой-то момент это было уже неловко. Проблема не в тебе, а в твоих умственных способностях. Вот мы над ним смеемся, а мы бы сами сколько этот экзамен сдавали? Там же вопросы на английском. По интернету гуляет слух, правительство Исландии будет выплачивать по 5000 евро мигрантам мужчинам, которые женятся на исландках. Ну как по интернету? По России. Что не так с исландками, что за них предлагают деньги? Исландки. Фото. Авиасейлс. Билеты в Исландию. 5000 евро за женитьбу. Как выглядит такое предложение? Ты выйдешь за меня? Да. А у тебя карта или наличные? Из-за диспропорции мужчин и женщин правительство Исландии вынуждено привлекать мигрантов. Привлекать мигрантов. Прикольно звучит. Эй, мигрант. Ну а если честно, за такие деньги очень многие мужчины поехали бы в Исландию. Потому что их бы жены отправили. Байден разрешил трансгендерам служить в армии США. Представляете такого бойца? Сверху он, снизу она. Универсальный солдат. Слушайте, в случае войны никто не будет разбираться. Он, она. А значит, потери у Америки будут в два раза больше. Ребят, но есть и плюсы. Теперь война не будет идти годами. Теперь война будет идти эти дни. Трансгендеры в армии. У нас такого не может быть. Не может баба дедом стать. В нашу армию идти трансгендером бессмысленно, потому что наша армия сделает из тебя мужика. Вновь. В отличие от США, нашим женщинам не нужно идти в армию, потому что наша женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу зайдет. И выйдет. Теперь к армии США можно официально добавить букву А. Армия США. У нас Алекс и Алекса — это один и тот же человек. Спасибо большое, что досмотрели. Увидимся в следующий понедельник.